сейчас важная задача, чтобы в университет пришли очень грамотные, мотивированные студенты для получения специальностей, которые будут востребованы на рынке труда в нашей стране и, конечно же, в первую очередь в Брестской области. Я хочу отметить в связи с этим, что когда в этом году прошло распределение, и мы распределили 509 студентов бюджетной формы обучения, из них 52% были направлены на работу в город Брест. Это 259 человек. Причем из них 193 на педагогическую работу и 66 в другие организации и учреждения города Бреста. То есть, конечно же, наш университет работает и на область, и на наш любимый тысячелетний город Брест. Для вуза предшественником вступительной кампании стал этап централизованного тестирования. Не одна сотня абитуриентов прошла здесь свои первые экзамены. Для качественной организации процесса была создана комиссия, куда вошли и студенты, и преподаватели вуза. Благодаря системной работе экзамены прошли без нарушений, а каждый вопрос решался последовательно. Наши студенты, которые работают в северном отряде, в их функции входит помощь нашим преподавателям при запуске абитуриентов на вахтах. Они работают также в камерах хранения, в гардеробах, когда абитуриенты сдают свои вещи. Ну и помогают на этажах, когда абитуриенты проходят, они им помогают найти свою аудиторию. Сработали качественно. Именно качественно в Пушкинском университете подход к организации всего, что здесь происходит. Качественно организованный учебный процесс позволяет добиваться успехов в научной деятельности. На конференции и круглые столы в ВУЗ с удовольствием приезжают коллеги из разных стран. Такой подход ценят за рубежом, поэтому каждый год в университет приезжают иностранные абитуриенты. Здесь они себя чувствуют комфортно. Хорошие условия для проживания, высокий уровень преподавания и дружба с белорусскими ребятами. С такими впечатлениями уже после окончания университета приезжают на родину выпускники-зарубежники. Общий язык с белорусскими студентами, конечно, создается. И у нас очень хорошие отношения, и они нас уважают, и мы их уважаем. И познаем друг друга, познаем культуры двух дружных народов. И в этом плане университет как бы играет очень большую роль. Я доволен учебой. Я, в конце концов, белорус. Люблю Беларусь. Именно город Брест. Маленький, но миленький, знаете. Другими словами, не могу объяснить это. В университете учатся 680 иностранных студентов. Это тоже подтверждение и качества белорусского образования, поскольку иностранные студенты акцентируют внимание, что в Беларуси жить и учиться комфортно. Все мы живем под мирным небом, качественное образование. И это тоже визитная карточка университета. Направлений для работы очень и очень много. В ВУЗе активно идет поиск новых форм и методов обучения, а также открыты к интересным проектам и инициативам. А потому уровень и качество обучения будут только расти. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.